Всех у нас на обзоре Диатон DS66EX, акустическая система трехполосная, закрытого типа, без фазоинвертора, закрытый тип. Низкочастотник у нас 27 сантиметров, он идет конус сотовой структуры. Среднечастотник 27 сантиметров, я сказал уже, да? Среднечастотник 10 сантиметров, идет тоже конус, пластик карбон и на титановом сплаве. И также у нас высокочастотник 2,5 сантиметра, тоже на титане, поэтому звучок очень хороший, вы сами это услышали. Сопротивление у акустики 6 Ом, поэтому можно подключить к любому, даже музыкальному центру и усилителю, и также не только к усилителю и ресиверу, которые идут 5.1, там 7.1 и все остальное, то что даже современные. Частотка у этой акустики от 38 до 30 тысяч герц, чувствительность 91 децибел. Ну давайте еще раз включу вам, послушайте. Something I've broken, I swear on this day.
акустической системы 17 килограмм, высотой 59 сантиметров. У меня их две пары, одна идет с грилями, вторая без грилей. Состояние, что одной, что у второй идеальнейшее, на той, что без грилей, новые подвесы. На второй родные подвесы, уже пропитанные буквально две недели назад. Поэтому состояние тоже идеальнейшее. Звук ничем не отличается. Отличается только цена. Цена была от закупок. По звуку обе играют очень хорошо. Диатон, любители диатонов просто есть. Именно закрытый тип, закрытый ящик. Поэтому советую диатончики. Звук великолепный, хороший, добротный, мягкий. Низ очень такой короткий, не так, как с фазоинвертором. Но на видео, я думаю, что все равно вы это все услышите, и любители есть и понимают, о чем я говорю. Ставим лайки, подписываемся. До новых встреч. Всем удачи. До свидания.